Берт катается на велосипеде с 6 лет. Летом счастливые моменты обращают только травмы, которые у него случаются довольно часто. Именно поэтому так важно следить за безопасностью при передвижении на велосипедах и самокатах, признается мальчик. Ногу один раз сломал, да, на самокате, когда ехал. Как раз от этого травма и получилась. Как выяснилось, челнинцы хорошо знают о правилах поведения при передвижении на велосипедах и самокатах. Если они видят, что пешеходный переход, все равно нужно посмотреть, остановилась ли машина, допустим, потому что они некоторые не пропускают, не останавливаются. То есть бдительность нужно соблюдать. Слазить с велосипеда, переходя пешеходный переход. В отличие от других сезонов, в летнее время большинство травм носят уличный характер. В теплую погоду ребята проводят много времени на улице и ведут активный образ жизни. Травматологи убеждены, важно уделять время детям и вовремя проводить профилактические беседы. В день травматологический пункт обращается в среднем 70-80 человек первичные с травмами. Из них, ну, процентов 60-70 в летнее время это будет травма летнего уличного характера. КДМЦ также советует не забывать о мерах безопасности. Надевать шлем, пользоваться налокотниками и наколенниками. Таким образом, если ребенок упадет, это поможет избежать серьезных травм или же вовсе исключить их. Искандер Мирзагитов, Руслан Бакиров, новости Челны ТВ.